В своем послании рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни Нурсултан Назарбаев поручил Министерству культуры и спорта построить в стране 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. В пример он привел Турцию, где тренажеры стоят в парках и дворах. Призвал более эффективно использовать уже построенные спортивные сооружения, но в направлении Мангыстау уже проводится данная работа. Только в этом году в регионе сдано в эксплуатацию 15 спортивных площадок и 10 площадок для занятия воркаутом. Также при поддержке местных бизнесменов в селе Жангалда и двух микрорайонах областного центра построены спортплощадки. На будущий год планы также колоссальные. Это и строительство многофункциональных комплексов, в том числе которые Ледовый дворец, общественные спортплощадки для развития массового спорта. Ситуация развития спорта, также популяризация здорового образа жизни Мангыстау находится на особом контроле. Если брать в пропорциональном разрезе, то на 1000 человек необходимо 80 квадратных метров спорттерритории, а это значит, сейчас в Мангыстау необходимо 52 тысячи квадратных метров. 32 тысячи уже реализовано. В планах на будущий год создать еще 10 тысяч квадратных метров. Также мы планируем запустить многофункциональные спортивные комплексы.